Мы в Ревде. Это город-спутник столицы Урала на границе Европы и Азии. До Екатеринбурга чуть больше 40 километров. Ревду называют первым городом Европы. Административный центр находится ближе всех иных городов к условной линии, разделяющей Европу и Азию. Здесь летом 2021 года открылся ресторан франчайзинговой сети «Сушков» и «Дель Песто». Одно из самых популярных заведений в городе и любимое детище Юлии Дерягиной. Для нас это была очень большая ответственность и вызов. Мы очень хотели сделать классный продукт, чтобы все наши клиенты были впечатлены качеством и сервисом. Казалось бы, Ревда совсем не мегаполис, но большой город. Это наш третий проект уже с компанией «Сушков» и «Дель Песто». Мы с партнером понимали, что такой формат и сервис люди оценят. В Ревде практически нет конкуренции, и это нам помогло уже на пятый месяц выйти на выручку в 4 миллиона. В ноябре, как и в других городах России, вход в наш ресторан ограничили по QR-кодам. Но с учетом того, что больше 50% заказов гости оформляют на доставку, мы снизились всего на 17%. Но за декабрь и январь вернулись к прежним цифрам. На входе нам сильно помогла команда маркетинга управляющей компании. За месяц до открытия ресторана мы начали знакомить потенциальных гостей с нашими ценностями и набирать клиентскую базу. Маркетологи управляющей компании вели вместе с нами маркетинг, пока мы не вышли на точку безубыточности. Наши новые партнеры, которые приобретают франшизу, получают полный комплект. Во-первых, это продуманные бизнес-процессы. Во-вторых, это полное сбалансированное меню и все технологии приготовления. А также полный IT-продукт, целую инфраструктуру IT. С особой гордостью могу отметить, что ресторан в Ревде самый быстрый по доставке среди всей сети. Как только заказ поступил в нашу систему, он распределяется поварам на планшеты. Дальше все это собирается на станции раздачи, и как только заказ готов, он поступает в нашу систему маршрутизации. Исходя из того, сколько курьеров сейчас на смене, сколько готовых заказов, куда их нужно везти, мы определяем рейсы для наших курьеров. Как только рейс готов, все заказы готовы, система назначает курьера и говорит, что этому человеку нужно отправиться в рейс. Он нажимает кнопку в приложении на своем телефоне «Отправиться в рейс». И далее он отвозит все заказы. Сейчас, в 2022 году, франшиза «Сушков» и «Дель Песто» – это качественный продукт, с помощью которого можно зарабатывать, расти, развиваться и идти дальше. Купая франшизу сейчас, вы не набьете тех шишек и не совершите тех ошибок, и не столкнетесь с теми сложностями, с которыми мы столкнулись 7 лет назад. Благодаря нашей IT-системе мы можем контролировать каждый этап нашего заказа. Качество, скорость приготовления, скорость доставки – это именно те составляющие части, за которые так ценят нас гости. Самое главное в нашем бизнесе – это люди, понятные бизнес-процессы и безграничная поддержка управляющей компании. Мы очень рады всем. Не сомневайтесь, открывайте ресторан по франшизе. Ждем вас в гости. До встречи!